Аджи, ты же пришел перед боем с Бифутом ко мне, сказал, что, давай подеремся. Я же согласен, предложили, давай подеремся 23 числа. Я согласен. В том месяце? Да, вот сейчас. Мне сказали, в декабре ты сказал. Нет. 23-го. Вот 23-го перед июля. Сашей, июля. Давай подеремся. Ты готов подраться с Гаджи автоматом? Давай, конечно, подеремся. Давай на голых кулаках подеремся. Давай. На голых кулаках. Не, у нас, нет. Не, парни, парни. У нас Гаджи. Нет, а мы это, Сердал. Пошел бы. Сталин, чего ты? Вас даже разнимать страшно, вы что? Попадешь под такую руку. Да, я не знаю, кто полезет, да, но. Так он Сердал хотел сделать, вы неправильно поняли. А Гаджи сейчас переклинит, потом... Так, не, подождите. Да, по порядку, раз такая тема зашла, ты хочешь подраться на голых? Да. А ты готов, Слав, на голых с Гаджи? Да, мне без разницы.